Продвижение войск Израиля вглубь Газы ставит под угрозу переговоры о прекращении огня. Об этом предупредили представители Хамас. Тысячи палестинцев были вынуждены покинуть город, где Цахал ведет бои против боевиков группировок «Хамас» и «Исламский джихад», которые, по сведениям израильской разведки, перегруппировались там. Жители сообщают об артобстрелах и обстрелах из танковых орудий, а также об авиаударах. Израиль и Хамас впервые за несколько месяцев приблизились к заключению соглашения о прекращении огня. Это стало возможным после того, как группировка отказалась от своего ключевого требования о завершении Израилем войны в анклаве в обмен на освобождение заложников. Переговоры должны начаться в ближайшие дни в Дохе при посредничестве США, Катара и Египта. Глава политбюро палестинской группировки Исмаил Хания пригрозил, что израильское наступление в Газе будет иметь, цитата, «катастрофические последствия для переговоров», и что за их провал полную ответственность будут нести премьер-министр Беньямин Нетаньяху и израильская армия. Между тем, как сообщают в ООН, последние распоряжения Израиля об эвакуации касаются более 60 школ Газы, в которых укрываются перемещенные палестинцы, а также двух больниц и нескольких медпунктов. Израиль утверждает, что боевики скрываются среди мирного населения, разворачивая свои базы и ударные пункты в школах, госпиталях и жилых домах.